20 пешего кастрычника у областным центры урашисто открыться юбилейный 5-й форум классичной музыки. Организаторы обяцают провести его под знаком якости. Подробязно про программу форума нашим корреспондентам распавяли на пресс-конференции. Евгения Кухаронок володая подробязностями. Сёлетний форум классичной музыки громко заявил про себе, коли у городе только появились афиши концертных программ. Имена запрошенных гостей уражают, а коллаборация с нашими музыкантами узмацняет прочувание. В этом году форум называется «Под знаком качества», и это ведь действительно так. Те артисты, музыканты, которые приезжают к нам в Гомель, это высококлассные музыканты, и по-другому мы даже не могли форум назвать. Так как художественный руководитель и главный дирижер Мурада Суил имеет свое видение и каждый год предлагает нам новые идеи и новые варианты сотрудничества и взаимодействия с музыкантами, в этом году юбилейный форум однозначно было принято сделать международным. Поэтому мы остановились на том, что мы будем брать не количеством, а качеством. Открыл форум сусветно вядомый пианист Борис Блох. Он разом с симфоничным оркестром под кіраўніцтвам Мурада Суила выканае симфонию номер 40 Моцарта, несконченную симфонию Шуберта, а так само гениальный концерт для фортепиано с оркестром номер 1 Чайковского. Музычная подея отбудется на сцене колледжа мастерствов и мясоколовства 21 кастрычника. Наступный концерт форуму запланаваны на 14 листопада. Перед гомельским слухачом упершиню выступят артисты Миланского оперного театра «Ла Скала». А 15 снежня заключная программа подарит встречу с выдатной французской музыкой в выконании виолончелиста Марка Драбинского. Учитывая то, что это наш юбилейный форум, а мы всегда готовим сюрпризы, в этом году мы эти сюрпризы анонсируем. Иногда мы их немножко скрываем. А в этот раз это большая радость для нас и для города, и для коллектива, то, что к нам приезжают замечательные зарубежные музыканты. Всегда очень интересно посмотреть на вот эту коллаборацию, которая проходит между нашим оркестром и приезжими артистами, потому что в этот момент и наши артисты сразу же становятся артистами международного класса. Зауважьте, каждый из концертов форума будет проходить одно и то же в месяц. Такий расклад программы организаторы сделали специально, каб аматары класічнай музыкі мелі магчымасць трапіць на кожнае з трох выступленняў. Евгенія Кухаронак, Евген Макеенка, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».